Весьма показательное интервью Громадскому дала дочь Павла Шеремета, Елизавета. Она назвала отчеты, которые правоохранители делают по этой теме, несодержательными. Мол, полиция просто сообщает, сколько сил уже потрачено на расследование, но никаких существенных фактов при этом не называет. Возмущает Елизавету Шеремет и то, какие комментарии по расследованию убийства ее отца давал министр внутренних дел. То есть человек, который как раз и отвечает за то, чтобы правду все-таки установили. Арсен Аваков заявил, что это преступление попало в те 7% убийств, которые полиция раскрыть не может.